Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби. У нас появилось новое, пазлы. Чё там, вазобой, я зомби. Давай попробуем сыграть в вазобой. Так, это вазобой. Некоторые из этих уровней очень сложные. Удачи. Спасибо. Ледяной горох. Давай сюда его поставим. Зомби. Так, давай-ка мы с тобой. Да что ж такое-то. Мы с тобой будем. Да ё-моё, давай сюда поставим. Вот сюда и вот сюда. Навскидочку, ребят, все это делается. Опа, кабачок. Еще один, слушай, куда бы нам с тобой поставить кабачок. Давай на всякий случай сюда влепим и вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, вот сюда нужен кабачок, ребятушки. Я его поставлю на всякий случай здесь. Опа, опа. Воу, не надо, не надо. Вот это подстава сейчас на самом деле была. Причем большущая подстава. Так, тут кабачок, я его сюда, наверное, ребятушки, влеплю. Блин, мне не нравится. Ты посмотри, как этот зомби долго идет. Очень долго идет. Слушай, а вазобой тут получается, что ли, несколько будет уровней? Потому что нам, как бы сказали, парень, не все так просто будет. Некоторые уровни, типа, слишком сложные. Хм. Хорошо, давай сюда поставим. Я даже не знаю, здесь-то кто у нас. Хе. Ой, вот так вот, срочно. Все, друзья мои, да, по ходу дела? Нет, не все, но этого мы расстреляем. Ну что же, пока неплохо идет у нас. Кстати, оу, спасибо. Деньги мне нужны, очень сильно нужны. Так, мы с вами получили кубок. Вы открыли новый уровень вазобой. Ах, вот оно как. Налево. В плане налево. То есть зомби будут... Подожди, я не понял. Ну-ка, секунду. Ага, вот оно как. Вплоть все да наоборот. Ясно. Погоди-ка, что-то я немножко не догоняю. Орех. Так, если мы сюда поставим. Тут у нас... Ой, зачем я поставил бомбочку? Тут дуралей. Давай замораживать его быстрее, чтобы он там еле шел. Пускай идет как штаны наложившие, чтобы у нас была возможность бомбочку эту активировать. Так, смотрим. Опа. Давай, 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 горохи стреляем. Так, бомбочка у нас тут активировалась. Этот зомби-лопушок. Он не так нам страшен. Слушай, я надеюсь, они успеют его расстрелять. Я надеюсь на это. Так, ну-ка. Сейчас взрыв. Срочно, срочно, срочно. Блокируем, ребята. Так, тут... О, вот здесь вот нам нужно с вами... Ядрить тебе. Давай сюда бомбочку срочно. Но хорошо, что он замороженный у нас. Этого уничтожили. Этого сейчас расстреляем. Надеюсь. Да, мы успеем его бомбануть. Еще один кубок, еще монетки. Монеток, правда, что-то не очень много дают. Но все равно приятненько. Вы открыли новый уровень вазобой. Третья ваза. Третья ваза. Это к чему вообще? Оу. Этот гипногрипп нам здесь с вами даст. Еще один. Мозги, да, мозги. Слушай, знаешь, что самое противное? Что надо, ребята, эти грибы выставлять, иначе они просто исчезнут. И не только грибы, и, соответственно, растения. Они долго на земле лежать не будут. Понимаешь? Я вот как бы сейчас ищу противника посерьезнее. Противника посерьезнее. Упс, нашел. Нашел противника посерьезнее, блин. Кабачок. Даже не знаю, даже не знаю, ребят. Так, ну этого мы не будем трогать. Он сейчас убежит, я надеюсь, убежит же. Так, тут у нас тоже морозный.
Да, он побежал. Он... Слушай, а если ему вот так вот? Или вот так? Взрывайся. Найс. Ну, поставим сюда, хорошо, фиг с ним. Посмотрим, что... Опа, 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 пошел, 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 наяривает танец, бам. Ну, я думаю, тебе это не поможет, да? Танцы твои под луной. Кабачок сюда поставим. Ну, зачем ты его даванул? Не надо было его трогать. Вот тут мне что-то не совсем нравится наше положение дел. Во второй части вот эти вот уровни посложнее, если честно. В разы. Там, потому что и боссы бывали, прячутся в этих в вазах. Ну, может быть, и здесь будет сложнее. Но мы прошли еще с вами один уровень. И у нас, как я понимаю, открывается следующее испытание, да? Закончите режим приключений, чтобы открыть. Все, я понял. А что вот это вот? Я зомби. Зомби попросили меня научить их захватывать дома. Я согласился, но сказал, чтобы они не трогали растения. Я поставил несколько искусственных на твою лужайку. Развлекайся. Съешьте все мозги, чтобы пройти уровень. Ха. Так, а прикол-то в чем? Ха-ха, вот в чем, понял. Погоди-ка, а энергия-то где? С чего энергия-то будет у меня браться? Ну, подожди. Может быть, мне надо подсолнухи съедать? Точно. Точно, за счет подсолнухов я могу все это дело мутить. Поехали тогда. Тогда поехали. Кстати, прикольно так придумано, на самом деле. Сюда я вызову спортсмена. Ох, шикарно. Сколько солнышек-то у меня тут, а? Так, сюда, наверное, нам надо... Блин, если я простенького выпущу, его уничтожат быстро, да? Вызываем сюда с ведром. Так, отлично. Сюда тоже с ведром. А сюда спортсмена. Пускай лопает. Так, хорошо. И следом... Следом еще одного спортсмена. Ой, главное, чтобы не вдвоем... Ой! Вот именно этого я и боялся. Что они вдвоем встанут и кабачок их всех прибьет. Так, съели, съели. И последний, ребята, мозг. Научить зомби захватывать дома. Зашибись. На мою лужайку он, главное, посадил. А почему на свою не стал сажать? Ну, в общем, этот уровень мы с вами прошли. Довольно прикольный, кстати. Опс, ага. О, 7640 у нас монет. Это уже хорошо. Достижение. Не надо грибов есть. Пройдите ночной уровень, не посадив ни одного гриба. Да? Вы открыли новый уровень, я зомби. Окей. Ну что же, мы продолжим. А, у нас здесь есть вот такой вот. Так, ну давай, начнем, начнем. Вот так вот сделаем. Первый капитал, как говорится, у нас капает. Вот здесь, конечно, будет немножко сложновато, потому что здесь шипы, ну ты сам понял, да? Значит, берем сюда вот так вот. И начинаем потихонечку воротить дела. Так, а здесь, наверное, нам понадобится вот этот вот. Так. В принципе, пока все очень даже неплохо. Съедаем, съедаем, съедаем. Все эти солнышки забираем. Монетку отнимаем. Как же ты медленно идешь, а? Чувак, очень медленно. Тебя же вроде как не заморозили. Так, съедаем здесь мозги. Съедаем здесь. И остается вот этот вот последний у нас ледяной горохострел. Мы его, естественно, сейчас съедим. И
поедаем вот эти мозги. То есть уровень мы с вами этот прошли. О, тыщенку, короче, вот этот вот алмаз дает нам тыщеночку, сразу же накидывает. Вы открыли новый уровень, я зомби. Так, это понятно. Сможешь выкопать? Ага. Шахтеры. Хм. Нам надо начинать вот с этой, ребята, дорожки, потому что нам, во-первых, нужны солнышки, понятное дело. А вот с шахтерами что делать? Если я его запущу здесь, он будет, по идее, вот так вот в обратном направлении, да, все это поедать. Не поедать, а уничтожать. Пока у него тут голова закружилась, ё-моё. Да, он начинает их хрумкать. Здесь то же самое нам придется с вами сделать. Опс, не вышел фокус, ребята. Оказывается, бомбочка, вот эта вот мина, действует, да? На шахтеров, которые должны, по идее, под землей проползти. Я это, кстати, учту на будущее, что такой вариант не прокатывает. Именно с бомбочкой. А ну-ка. Да. Лопухнулся в очередной раз. Сейчас начнет бомбить, нет? Да, он начинает стрелять. Надеюсь, ты успеешь его съесть. Съел. Так, сюда выпускаем этого зомби. Ну все, ребят, тут, в принципе, мы с вами все прошли. Только остается вот эти вот мозги сожрать, и все у нас нормуль. А он такой медленный, да, вот этот вот шахтер. Такой медленный. Или он такой же, как и эти, по скорости. Не, ну это хорошо, что они медленные. Конечно, хорошо, ребят. Если они быстро бы двигались, нам бы не поздоровилось. Ну что, остается двое мозгов. Так, и последние. Еще тыщенку сверху, отлично. 9800 у нас с вами монет. И все, да, ребята, больше нам пока ничего не доступно, к сожалению. Будет всего лишь 18 здесь пазлов. Мы с вами только 6, еще 12 у нас закрыты. Так, в мини-играх пока тоже ничего нового у нас не появилось. Здесь, кстати, будет 20 мини-игр, а мы только прошли 3. Окей. Ну что же, тогда идем с вами на приключ... Подожди, я зайду в магазин, гляну кое-что. Так, это что у нас? Сажай это на свои дымогрибы, чтобы превратить их в мракогрибы. Они стреляют очередями на малые дистанции вокруг себя. Но вы мне сказали, что лучше взять вот это вот, да? Кот-камыш, вот его надо взять, да? Или вообще накопить нам на 9-е место? Не знаю, не знаю, ребята. В любом случае, мы с вами идем в приключение. Уровень 5-й, первая миссия. И у нас крыши. И мне сказали, что они очень сложные. Ого, они нашли путь на твою крышу. Упорные эти зомби, чувак. Тебе нужно использовать капуста-пульты из-за наклонок крыши. Помни это и не пропадешь. Спасибо, Дэйв. Ё-моё. Так, что он там говорит? Капуста пульты. А что они делают? Швыряют капусту во врагов, понятно. Также нам нужна, наверное, тыква здесь будет. На тарзанке. Мы его, наверное, сдуть не сможем, мне кажется, да? Высокий орех. Пока не знаю, ребята, кто нам здесь нужен. Давай вот так вот попробуем. И кабачок взять, что ли, или... Блин, я даже не знаю, ребята. Или пень-факир пригодится нам здесь. Так, скорострел. Скорострел — это не то все. Пока я вижу тут обычный зомби. Я не знаю, что с этими делать. Может быть, кактус нам здесь нужен, чтобы его сбивать с этой тарзанки. Фиг его знает. Хм. Ну, давай возьмем. Так, что хотите использовать горохом без... А, горохострел у нас... То есть вот этот чувачок, да, он только лишь на скорострелье работает. Так вот, да? Поехали. Ого!
У нас тут все как полагается, да? Горшочки, все дела. Поехали. Поехали, так. Значит, тыквы нам нужно здесь сказать. Ой, тыквы, капусты. Ну что же, посмотрим обязательно, как это все будет здесь дело работать. Уже? Пришли. Я еще ничего не успел сделать, уже зомби пришли. Ну что ты прешь? Ну-ка, покажи мне, пожалуйста, капусточка, как ты тут? Дынь коченомому. Правильно, так его. Что-то какая-то слабая капуста-то, эй. Он горшки будет есть или нет? Он съедает горшки. То есть, если они съедят эти горшки, у нас с вами будет мало места для пост... О, хо-хо-хо-хо. Тихо, тихо, тихо. В плане, я не могу... Да кто... А, я могу вот здесь вот ставить. Все, я понял. Фу, я же думал, неужели не могу поставить. Так, подожди. Теперь нам нужно что? Энергии нам нужно. Энергии нужно много. А у нас, как всегда, с ней проблема. Там еще один идет партизан. Партизаниш ползет вон там, вон, вдалеке. Этого-то надо Гаврика уничтожить. Пока не поздно. А то он тут сейчас нам... Шороху-то тут наведет. Давай, стреляй. Ой, а вот этот вот в защите. Дайте солнце мне побольше-то. Господи, что вы жметесь-то? Давайте, давайте. Не жмемся. Ай, так, куда он идет? Он идет сюда, да? Давай. Энергии, энергии, энергии. Мне нужно энергии. Мне нужно сюда поставить орех. Что, специально что ли вот это, да? Как ты быстро съедаешь? Парень, ты слишком быстро это все съедаешь, тебе не кажется? Блин, самое обидное, что если они съедают горшок... Горшок... То я не смогу больше... Что это? Что это такое? Что? Ты че, припух что ли? Ребят, я по-моему... Так, я могу сюда? Я могу поставить, да. По-моему, я тут лопухнулся. Я немножко не так. Я не знал, что здесь, ну, будет вот так вот все. Жестко. Поэтому, как бы, уж не обессудьте, что я вот так вот тупанул, мубанул. Я думал, что здесь можно так расставлять везде. А на самом деле получается, что нифига. Ничего нельзя здесь расставлять, где захотел. Только лишь в горшках в этих. Ты имеешь право что-то высаживать. Ладно, следующий уровень будет, надеюсь, попроще для меня, потому что мы уже знаем с вами, что делать. И чувак, который на тарзанке, блин, прилетает здесь, да? Он похищает у нас растения. Так, куда ты идешь? Я вижу, куда ты идешь. Я уже пропалил тебя, куда ты идешь. Он хочет вот этот вот горшочек стырить. Горшочек с медом, не тут-то было. Не тут-то было. Я еще сейчас сюда поставлю кого? Вот что. Чтобы он замучился его просто грызть. Так, мне кажется, сейчас придет чувак на тарзанке и стырит у меня здесь все. Он же может такое сделать себе, да? Опа! Смотри, что делает. Смотри, что делает. Оу! Воу-воу-воу-воу! Тихо-тихо! Я не знал, что вот... Да блин! Давай, вот так вот. Жесть. Запредельный уровень сложности, да? Решили мне здесь сделать. Я так и понял. Я так это и понял. Слушай, мне вон там он разъедает все. Давай быстрее туда. А здесь-то? Внизу, смотри, идет охламонище. Ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, кстати, нет у нас, знаешь, чего? Да-да, ребята, вы правильно догадались. У нас здесь с вами... Так, он сейчас съест его, да? Он съест. А мы с тобой поставим сюда. Ну, ешь быстрее давай. Вот так вот. Газонокосилок здесь нет. Вот что я хотел сказать. Понимаешь? Вот так-то вот. То есть нам здесь никто не поможет. Как они на крышу поднялись, а? Да ладно.
Неужели? Неужели мне дали горшочек, который я могу теперь сам выставлять? Но он опять же стоит солнечной энергии. Вы получили новое растение. Позволяет вам сажать растения на крыше. Эй, сосед, у меня есть новые вещи на продажу. Что у тебя там? Покажи. Этот чистильщик крыши задавит любого до... Этот чистильщик крыши добавит тебе дополнительную линию обороны для уровней на крыше. Добавит дополнительную защиту. Я так понимаю, ребята, это у нас... Ух ты, тут еще можно вперед. Ох, сажает это на свои колючки, чтобы превратить их в каменные колючки. Они наносят двойной урон и очень прочные. Сажает это на свои магнитогрибы, чтобы превратить их в золотые магниты. Они собирают для тебя монеты и алмазы. Ого. Фига, ребята, тут наворотов-то. Хм. Я не знаю, что это такое. Мне кажется, что это типа газонокосилки. У меня все равно денег. Ну, денег хватает, но я, наверное, пока не буду этого тратить. Давай-ка мы лучше с тобой дальше пойдем. Так. Ой, елки-палки, спортсмены, все дела. Так. А мы магниты с тобой почему-то не... А, он спит днем. Поэтому толку-то от него. Короче, берем с тобой горшок в обязательном порядке. Нам без него, я так понимаю, здесь не обойтись. Так, берем подсолнух с тобой. Так, что дальше? Берем орех высокий. Так, же вот от этих, я так понимаю, никак не избавиться, да? Тыкву возьмем для прочности. Капуста пульту. И... Блин, кстати, вот это вот взял, я так и не воспользовался. Даже ни разу не применил. Так же, как, в принципе, и вот этот вот двойной подсолнух. Не знаю, может быть, кабачок взять. Нет, не надо. Ладно, не будем брать кабачок. Давай возьмем, наверное, горохострела. Возьмем с собой... Ну, кактусы просто лопают шарики. Нет, давай возьмем с собой морозный горох, наверное, да? И пень факир. Нет, лучше три стрела, да, наверное? Да, три стрела. Ну что, вот как-то так у нас будет все это выглядеть. Поехали. Ох, елки-палки, лес густой. Начинаем рассаду. Начинаем рассаду. А я могу... О, да я эти горшочки могу куда хочешь ставить. Это, кстати, круто. Ну что, начнем как обычно, да? С капустострел. Да ё-моё, ну где, где, куда, откуда? Идет снизу. Сюда вот выставим, на эту линию. Пускай его бомбит. Эти пока изи, у нас две волны здесь будет. Так что не расслабляемся. Надеюсь, тут не будет никаких шахтеров. Прикинь, шахтер. Так, тихо, 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 тихо. Успокойся, родной, куда ты бежишь? Ну куда ты, вот куда ты бежишь, вот скажи мне. Ты капусты давно, что ли, по чайнику по самому тупому не получал, а? Давай, капусточки, наяриваем. А я пока тут буду рассаживать наши подсолнухи. Так, ледострел, куда бы тебя влепить-то? Естественно, мы его будем ставить на ту линию, где будут у нас идти более сильные зомби. Такие как с ведром на голове и так далее. А пока... Куда влепил? Рэй, куда ты влепил? Надо было вот сюда вот ставить. Зачем ты? Господи. Чутка переборщил, да? Не просчитал. Давай. Да что? Ах ты. Все, я понял. Я понял свою ошибку. Ребята. Моя ошибка была в том, что горох стреляет просто в крышу. Вот так вот. Да, значит, нам надо его отсюда выкапывать. Нам надо с собой здесь выкапывать и вот сюда быстрее выставлять что? Что? Вот так вот мы с тобой сделаем.
чтобы они не съели быстро наш вот этот вот горшочек цветочный. И поставим еще, наверное, одну. Куда я послал? Блин, да что ж ты будешь делать? Что я не... Капуста пульту не туда влепил, ребят. Мозги, мозги. Да ее просто, ну я же... Я же хотел сюда, почему она сюда поставилась, а? Не пойму я, не пойму, ребят. Почему так происходит? Сейчас, блин, съест этот капусточку он мне, да? Нет, мы его успели подбить. Мы его успели подбить. Дайте мне, пожалуйста, это. Все, выставляем сюда. Вот такая у нас будет с вами линия обороны. Первичная, я бы даже сказал, линия обороны. Капусту давай вот сюда влепим. Так, секунду. Тут у нас, ребята, бежит спортсмен. Чтоб его, а. А, он не перепрыгнет здесь. Он здесь не перепрыгнет. Бум, я облом. Хе-хе-хе. Но они сейчас могут быстро мне съесть орех. И это будет хуже. Так, мы можем свой орешек вот так вот защитить. Так, у нас горшочка здесь нету. А здесь у нас приближается большая волна зомби. Понял. Ждем. Так, вот они, охламоны. Идут. Чун-чун, капуста там делают, обстрел. Нам, по идее, нужно вот сюда вот на вершине поставить горшочки, да? И в них посадить, например, горохострелы. Так, усаживаем. Да чтоб тебя, капусту тырит, а? С ним никак не справиться, да ведь? Походу дела никак. Идет партизаниш. Вот так вот мы сделаем наш орех просто непробиваемым, чтобы его никто не смог тут съесть. Ой-ой-ой. Друзья мои, нам нужно как можно быстрее сюда поставить орех. Успел. Успел. Угу. Обломись, печенюшка. Захотел он сигануть. Как бы не так. Ну что, в принципе, ребята, как бы сказать, первая линия у меня построена хорошая. Я еще хочу вот сюда вот, знаешь, что сделать? Побольше этих посадить тыкв, да, вот здесь. Чтобы мои орехи вообще были тут просто на высоте. Чтобы никто им ничего здесь вообще сделать не смог. Окей, высаживаем. Хотел горшок поставить, думаю, не буду сейчас пока. Пока не буду. Так, сюда вот, сюда нужно еще поставить тыкву. И все. Ах, ты смотри, что делает. Он съел. Съел тыкву, сейчас начинает уже мне кромсать орех. Что-то вы как-то слабо капусточки бомбите, если честно. Очень слабо. Давай вот так вот сделаем. Вот он съест, я тебе серьезно говорю. Дай-ка я попробую вот так вот сделать. Пускай сразу еще будет бомбить. Так, что у нас там по тыкве? Тыква еще в откате, да? Значит, я не могу ей воспользоваться. Могу только лишь орех сюда поставить. Но мне орех не нужен, он тут стоит. Тыкву, да, тыкву надо. Все, хорошо. Сейчас съест капусту, гаденыш. Съел капусту. Угу. А если вот так вот я сделаю? Давай, замораживай его. Вот, кстати, если мы сюда поставим с тобой тоже тыкву, вот этот вот. Тут же у нас спортсмены бегут. Ну давай, хорошо, подождем, что они тут сделают. Они сейчас врежутся просто-напросто и все. Ничегошеньки у них тут не выйдет. Обломились. Так, секунду. Мозги не для вас. Не для вас мозги.
Давай-ка, наверное, вот сюда еще поставлю вот так вот дополнительную защиту. Кстати, вот это вот неплохой вариант — выставлять ледяной горох в эти вот горшочки, да. Они будут замораживать просто противников. Они будут медленно идти, и наши капусты уже, как говорится, будут их очень неплохо разбирать. Так что мотайте на ус. Лайфхак. Так, ну что, давай здесь сделаем защиту. На самом деле, вот эту тыкву не так легко съесть. Она практически по прочности напоминает действительно орех. Так что очень даже круто. Давай собираем это все дело. Что он сейчас там стырит? Что он тырит? Блин, он горшок стырил, ребят. Горшок стырил. Так, а это спортсмен у нас там был. Бежал якобы. Так, секундочку. А, накаляется обстановочка. Кого он там ест? Уже никого, уже валяется без головы. Так, вот это... Ух ты, а почему у меня здесь два ореха без защиты? Почему я забыл поставить? Может быть, просто здесь ее съели в свое время? Слушай, вот здесь неплохо, знаешь, что еще сделать? Берешь, например, горшок вот сюда вот выставляешь, и в него этого близнеца сиамского, да, который стреляет и в одну сторону, и в другую. Вот это было бы на самом деле тоже хорошо. Пока они орехи эти разбирают, они бы их расстреливали. Надо это тоже учесть. Единственное, конечно, что он будет здесь стоять, и зомби, которые будут выходить, изначально будут его просто съедать сразу же. О, друзья мои, мы получаем с вами кукурузку, которая бросается кукурузинкой, я не спорю. Но когда у нее вылетает большой сгусток, это, по-моему, масло. Швыряет кукурузные зерна и масло в зомби. Ребят, видите? Масло. Понял? Так что, кто там писал, что он стреляет только кукурузой, ты не прав. Он стреляет еще и маслом. Ох ты! Зомби с лестницей. Мне кажется, этот чувак сможет перепрыгивать наши большие орехи. Верно? Скорее всего. Ну что же, мы тогда будем подготавливаться к этому делу. Так, сиамский горохострел. Возьмем на... Вот, этих ребят обязательно будем брать. Так, что же еще? Морозный горох. Морозный горох нужен. Он хорош на самом деле. Замораживает, замедляет наших врагов. И вот можно попробовать еще, наверное, взять кабачок. Все, ребят, поехали. Что? А, ну конечно же. Господи, я забыл. Я забыл взять. Блин, я даже не знаю. Наверное, так все-таки лучше. Выбор мне был: либо кабачок брать, да, либо ледяной горохострел. Я взял ледяного. Что-то мне как-то все меньше и меньше дают горшочков, да? Специально так задумано? Интересно, а кто сильнее у нас, капуста или кукуруза? Ну, что? Зомби пришли? Я понял. Мозги. Мозгов тебе не хватает, да? Зомби пришли. Так, наверное, вот сюда мы с тобой поставим. Давай посмотрим, насколько кукуруза. Так, там надо было 3 выстрела, по-моему, сделать капусте, чтобы уничтожить зомби. 2. Вот, видишь, масло. Масло замедляет. Все-таки, значит, кукуруза выгоднее получается. Она затормаживает их. Делаем выводы, друзья мои. Делаем выводы. Сажаем. Слушай, нам, наверное, надо будет горшочков побольше здесь влепить. То уже вообще как-то в один ряд все у нас тут стоит. Ну что, подсолнух я высадил по первому ряду. Кто там у нас? Обычный, да, идет? Что-то как-то долго. Давай, наверное, сюда капусточку поставим. И еще, наверное, штучки 3 подсолнухов влепим. Если успеем. Если, друзья мои, успеем. Так, зомби усиленнее, да? Начинают на нас давить.
Нам нужно с вами как-то подумать о том, как увеличить прибыль солнечной энергии, чтобы успевать все это высаживать. Во-первых, горшочки нам нужны. Так, сюда я выставлю. Подкрадывается, подкрадывается. Так, поставим орех для начала здесь. Сюда, наверное, тоже я поставлю орех. Пускай стоит. Или же не орех, можно, конечно, сделать и капусту. Ой, капусту, ёп, тыкву. Тыкву, конечно же, тыкву, ребят. А в эту тыкву посадить кого? Да хоть кого, в принципе, не имеет значения. Просто можно вот тыкву поставить. Да? Окей, предположим, это будет у нас так все это выглядеть. Дальше, дальше делаем с тобой. Вот сюда я выставляю горшочек. Я выставляю горшочек, усиливаю его. Слушай, а кого мне в этот горшок посадить-то? М? Вот, понял. Мы с тобой туда посадим ледяной горох. Блин, это еще чуваков нету, которые у нас тут с лестницами бегают. Они ведь должны появиться. Они должны рано или поздно здесь появиться. Так, что дальше? Дальше что? Мы с тобой высаживаем здесь. Так, сюда выставим вот так вот. Я не должен позволить им, ребята, съесть мои горшки. Горш, название такое, горшок. Так, тут справились. Этот упал. Давай сюда, наверное, капусту поставим. И уже стоит задумываться о самом верхнем ряду. Для этого мы с тобой сделаем вот так вот. Высаживаем горшок. У него, естественно, орех. Приближается большой отряд зомби. Начинается, короче. Начинается, ребята, веселуха. Поставьте сначала горшок для цветов. А, вот он, вот он, вот он. Смотри, бежит, бежит чудик. Сейчас посмотрим, как это все приблизительно будет выглядеть. Что он вообще здесь хочет замутить? Ага, ага, он ест, да? Что? Перепрыгивает. Все, я понял его. Я его прекрасно понял. То есть в наших интересах здесь практически каждое растение сделать в защите. Даже если он перепрыгнет, да, все равно ему придется здесь долго-долго чесать зубы. Об то, чтобы съесть наши вот эти вот растения. Но мы этого не позволим им. Так, давай-ка сюда вот поставлю, наверное. Так. И влепим. Да, кукурузу. Слушай, ну кукуруза, мне кажется, все-таки действительно получше. Тем, что она может масло на лицо бросить. И он будет стоять и тупо просто не знать, что делать. Пока это масло с его, вот, видишь, пока это масло с его лица не уйдет. Но также хочу тебе сказать, что нам надо ставить. Вот смотри, видишь, он перепрыгивает. Вот здесь вот тоже нужно ставить защиту. Иначе это плохо кончится. Как вот видишь, что происходит сейчас в данный момент. Он лопает просто мое растение. Да, об этом я что-то как-то не подумал. Ну-ка на, жуй орех. А для этого мне придется вот здесь вот выкопать и поставить вот так вот. Угу, только так вот, ребята, по-другому никак. Значит, короче, растение, которое стоит сзади, например, вот этой вот защищенного, да, нужно тоже укреплять. Надо тоже укреплять. Смотри, как защиту, а, едят. Моментально ее прогрызают. Ё-моё. Чё вот так? Как голодающий с поволчьей, ё-моё. Бедный орех, а. Сейчас его... На-ка! А? Не тут-то было, да? Сразу такой... как же так? Победа была близка. Была? Когда-то близка. Так, ну что, эти тут у нас едят проглоты. А мы с тобой, знаешь, что сделать должны? Сюда вот поставим. Вот так вот. Да-да, дополнительную защиту.
дополнительную защиту. Здесь все у нас прикрыто. Масло, как говорится, на физиономиях торчит. Дополнительная защита. Блин, они этот орех сейчас, по-моему, съедят. Он, видишь, плакать уже начал, бедный орешек. Уже слеза потекла у бедного ореха. А знаешь, почему мы не можем здесь справиться? Потому что у нас только лишь один орех, и здесь всего лишь одна кукуруза. Она просто не справляется, ребят. Вот и все, что я тебе могу сказать. Она не справляется с наплывом этих зомбарей. Поэтому в наших интересах, наверное, вот здесь вот выкопать и вот так вот сделать. Вдвоем им будет попроще. Упс. Упс, ага. Ага, приплыли зомби. То есть, да, действительно, крыша, я считаю, одна из сложных миссий. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, они съели орех. Последняя волна. Это только сейчас идет последняя волна, господи. Так, секунду. Блин, я же бедно растерял. Что надо сделать? Нет, 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 нет. Куда вы побежали? Ё-моё. Так вот, что ли, если? Блин. Ты извини, братюня. Что там происходит? Что они там едят? С таким, блин, смачным аппетитом. Вот теперь я сижу и думаю, почему я не взял защиту. Прорвутся. Прорвутся эти гаденыши. Они вот, видишь, смотри, что происходит. Ой, друзья мои, фейл, да? Чистой воды. Я, конечно, как-нибудь попробую здесь. Не-не-не-не-не. Не выходит. Съели. Этот пуляет куда-то, фиг поймешь куда. Ни шиша у нас не получилось. Точнее, у меня не получилось. Ребята, они прошли. Черт подери. В крышу. Ой, в крышу, в трубу. Месть. Я требую мести. Конечно, пробовать снова. Но я сейчас немножко по-другому буду делать. Во-первых, я возьму перец. Без перца, я думаю, здесь будет сложновато. Так, высокий орех. Тыкву этих двух. Горшок. От морозного гороха здесь толку никакого. Я его практически не использовал, поэтому я обойдусь без него. Подсолнух возьму. И, наверное, мне здесь пригодится. Кто же пригодится-то? Хм. Может, живуна взять? Живуна, если я возьму, кто у меня тут? Ну, в принципе, это сгодится. Или же три стрела. Вот тебе незадача. Кого взять лучше? Возьмем, наверное, кактуса. Почему кактуса? Потому что кактус может приподняться и стрелять во врагов. Так? По-моему, так. Пробуем, ребят. Да, это только третья миссия, уровень пятый. Нормуль, подходик вам такой. Вначале-то, конечно, все легко и просто. Мы сажаем с вами капусту, сажаем с вами кукурузу. Все, как говорится, нормуль. Ничего, как говорится, не предвещает беды. Поехали, начнем вот так вот. И еще я там, конечно, немножко... стормозил, когда выставлял не на нужную линию наши растения. Так, высаживаем. Так, теперь наверху идет Аболтус. Если бы у нас было бы здесь очень много с вами энергии солнечной, очень много, я бы, конечно, бы тут все бы заставил бы. Но с этим у нас большие проблемы. Так, давай дальше. Если что, перчик у нас есть, да? Надо будет только накопить на него деньги. Это, как говорится, от безвыходной ситуации будем уже бомбить просто этот перец. Так, идут. Давай тогда, наверное, с тобой сделаем вот так. Я еще хочу, ребят, засадить вот этот ряд именно подсолнухами. А здесь уже будем с тобой выставлять, наверное... Вот где-то вот здесь, наверное, буду уже делать защиту. Так, тихо. Ой-ой-ой, не то немножко сделал, ладно. Лопухнулся, как всегда.
Вот здесь вот мы с тобой еще посадим, да, например, там капусту или еще кто-нибудь. А вот именно здесь, вот на верхнем ряду, я буду уже ставить защиту. Вот, начиная отсюда. Окей. Как-то вот так у нас должно будет все это дело получаться. Здесь-то у меня что, никого нету? Почему никого нету? Ё-моё! Давай, родные мои, бомбим. Энергии солнечной очень мало, не хватает. Так, сюда я, наверное, поставлю капусту. Капусту. А дальше-то что? Капусту и вот так вот. Блин, уже начинает жрать горшок, ты понимаешь? Все, подбили, отлично. Так, у нас там обычный зомби. Обычный зомби. Так, вот здесь укрепляемся. Нам нужно, чтобы два ряда как минимум было именно по атаке. Два ряда. То есть два подсолнуха и два атакующих растения. Только в этом есть смысл. Потому что, ну, в одиночку они не справятся. Плюс еще сейчас побегут эти спортсмены. Про них тоже не стоит забывать. И с лестницами чудики. Так, подожди-ка, дай-ка я этого, наверное... Вот так вот. Тут совсем там припух. Так, сюда, если что, мы с тобой поставим орех. Орех поставим. Пока он там будет его грызть, да, мы с тобой вот так вот сделаем. Короче, у нас здесь тыква, и в него сейчас воткну еще орех. Вот как-то так должно получаться. И опять же, не забываем, что заднее растение тоже нужно защищать от этих чуваков с лестницами, которые могут перепрыгнуть. Да, если бы, даже если у тебя много денег, например, да, много энергии солнечной, все равно у них есть откаты определенные, поэтому не получится у тебя так все быстро и легко. Первая волна у нас тут надвигается. Давай сделаем. Вот сам же говорил, да, как нужно делать. И опять же я этого не делаю. Вот сюда нужно еще что-нибудь поставить. Вот, вот типа такого вот должно. Горшок, быстрее горшок. А, где горшок есть, вот. Выставляем сюда. Ага. Смотри-ка, он все-таки не поднимается, ребят. Ё-моё, бежит. Блин, что нужно? Мне нужно так вот делать. И взрывать. Фух. Я думал, что он будет бомбить на самом деле кактус, а он нифигашечки. Поэтому толку от него здесь нету, как ты можешь понимать. Так, этот горшок у нас пустует. Мы с тобой сюда поставим вот так. Ну что, вроде бы пока, слава богу, нормуль. Но это пока. Давай защиту влепим. Так, они едят здесь нам что? Сюда можно поставить капусту. Можно ведь? Можно. Я бы даже сказал, не то, что можно, а нужно. Вот. Так, они пока тут будут бомбить. У нас вон там горшок простаивает. Мы его защитим нашим орехом. Так, дальше что? Дальше мы должны его в капусту в капусту, в тыкву заклепать. Вот так вот. Ну что, смотрим, ребят, что у нас тут получается. Подсолнухов вроде нормуль. Остается только следить за защитой. И не только за защитой, нам нужно еще с тобой вот эти вот задние растения, которые стоят, да, вот эти вот кукурузы наши и капусты, защитить дополнительно тыквой. Чтобы если смогли перелезть через наши орехи, не так быстро эти съедали растения. Поэтому давай начнем, наверное, да? Если что, у нас еще есть с вами перец. Можно будет его применить. Так, а если я, например, сделаю, знаешь что? Вот так вот. Ну, дополнительно, скажем, да? Чтобы у нас тут стоял кактусенок и бомбил. И бомбил. Что у нас там? Мы можем даже еще, знаешь, что сделать? По дополнительной защите влепить.
дополнительной защите. Вот, типа того. Так, что они тут едят? Уже лопают. Кстати, волна готовится у нас. Так что, ребятушки. Вон, бежит, смотри, бежит. Да, я бы не знаю, что бы я тут делал без наших тыковок, да? Ну, куда ты? Ага, мы его уничтожили все-таки, успели. Давай мы, наверное, вот сюда поставим защиту. Готовимся к последней волне. Будет жесткая. На всякий случай, ребят, надо накопить побольше денег, чтобы мы могли с вами использовать острый перец в самой острой ситуации для нас. У нас сейчас начнется. Так, мы с тобой, наверное, вот сюда поставим. Так, смотри, что происходит. Ой, надо же горшок еще для этого выставить. Давай сделаем так. Опа. Найс. Он перелез, думает, довольный, а тут его херак встречает нас. Наш кактусенок. Вот так вот. Отлично, отлично. Пока у нас все, слава богу, хорошо. Как же они быстро лопают, а? Предлагаю вот так вот сделать. Пожертвуем, как говорится, одним подсолнухом ради наших мощей, чтобы мы могли стрелять. Что там съели? Уже защиту съели, ты представляешь, как они быстро лопают тыкву. Вот так вот. Проглоты эти несчастные, а? Защиту ставим. Ну, я так понимаю, это последний у нас зомби. И мы сейчас с ними быстренько разберемся. Слушай, сложные, конечно, уровни. Чего говорить, а это кто такой у нас? Это фасолька, да? А что ты делаешь, фасолька? Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. Посадите зерно на гриб, чтобы разбудить его. То есть я могу взять гриб, он будет спать, если я вот это зерно кофейное сажаю, да, на него сверху, оно как бы просыпается. Я ведь правильно понимаю? Наверное, так, друзья мои. Но об этом мы с вами уже узнаем в следующей серии. А сегодня, пожалуй-ка, и все. Так что, дорогие мои друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.